Добрый день, дорогие друзья. Начало новой недели. И, как всегда, новое видео. Что можно купить на барахолке по художественному фарфору? Ну, вот такая небольшая коллекция статуэток. Все представляют коммерческий интерес. Здесь они как бы по регионам. Основная масса – это, конечно, Украина. В частности, Киевский экспериментальный керамико-художественный завод. Здесь их 4. Начнем обзор. Вот такой вот Иван. По сказке Ершова «Конёк-горбунок». Ивана можно отнести к фарфору, который называют в народе Старый Киев. Вот видите, клеймо «Глобус». Такое клеймо использовалось на киевском заводе с 50 по 62 год, 12 лет. Иван из триптиха. Все фигурки очень редкие. Такой вот красивый Иван. Был еще ЗКХ, он не так интересен, но тоже красивый. Так, пошли по возрастающей. Вот такая вот фигурка называется «Перед выступлением». Вот, клеймо «Книжка». Это клеймо было на киевском заводе с 62 по 76 год. Замечу, у балерин утрачены руки. Я такие фигурки беру, так как в идеальном состоянии такая фигурка стоит где-то $70. В таком состоянии, если нет рук, можно продать 300-400 гривен. Если он предлагает ее за 100-200 гривен, можно брать. По возрастающей. Следующая интересная большая статуэтка. Это «Дьяк и Солох». Это цикл «Гоголевские рассказы». «Ночь перед Рождеством». Такое вот клеймо «Киев». Такое клеймо на киевском заводе использовали с 76 по 91 год. Это, скорее всего, ближе к 91-му. Вот. И завершает наш квартет по киевским фигуркам. Вот такая вот «Снегурочка». По сказке «Снегурочка». Смотрите, какой красивый фарфор. Перламутром. Такое не подделают. Просто, не знаю, мы, наверное, не умеют. Клеймо такое использовалось с 91 по 2004. Видите, уже сделано в Украине. То есть в Украине такое делали. Сейчас, к сожалению, не делают. Так. Вот покупка прошлой недели. Это квартет. Это, наверное, самые дорогие фигурки, которые из тех, которые здесь есть. Вот, посмотрите на клеймо. Это Ленинградский фарфоровый завод, ЛФЗ. Все фигурки под номером. Здесь, видите, 27. И первый, 8. Его называют «Золотой квартет». Это один из первых. Относится к второй половине 40-х годов. Здесь не хватает осла с трубой. Это самая дорогая фигурка из этого квартета. Ну, в принципе, и этот квартет довольно-таки в неплохом состоянии. Только вот тех трещина есть. У козла тоже ЛФЗ, ранние клейма. Очень интересные фигурки. Первый раз такие попадаются. Хотя мартышка была, но не помню, в каком исполнении. Битая.
И еще одна фигурка, танцовщица. Она битая, здесь рука и шея реставрированы, типа. Это немецкая мануфактура Шалбахкунст. Такое клеймо использовали с 1953 по 1958 год. Очень красивые работы, очень похожи на Валлендорф. И такие статуэтки в идеальном состоянии, цена от 70 до 100 долларов. То есть, если вам предлагают ее за 100-200 гривен, можно брать и продавать в таком же состоянии. Коллекционеры купят под реставрацию. Красивая дамочка. Так. Пройдемся еще раз по Киевскому заводу. И цену к статуэткам может прибавить клеймо. Чем раньше, тем дороже. Автор. Вот этот вот Ванька, тянущий ларец с кольцом царь-девицы. Я сначала не понимал, что это он тянет, а потом вспомнил сказку. Это Владислав Иванович Щербина, один из самых дорогих авторов Киевского завода. Новогодняя ночь, там два автора, Миценко и Никитенко. Балерина это Жникпур, такая фамилия интересная. Так, по ЛФЗ автор вот это вот, ну, полностью квартета, это четыре фигурки Воробьев. Снегурочку я не искал, не помню. Германию тоже не искал. Так что вот такие вот статуэтки можно купить на барахолке. В принципе, все также можно продать довольно-таки быстро. Думаю, это не последнее видео по фарфору. Постараюсь найти подделки, показать, как они выглядят. Ну, выглядят они хуже. Хотя есть тоже интересное. Спасибо за просмотр, ребята. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всего хорошего.